успели разорваться от сочувствия, когда на лед вышли те, кому сочувствовать не приходится. На этом турнире можно только завидовать Мариму Кортовой и Максиму Таранькову. Мало того, что сами хороши неимоверно, так еще и катались как боги, так и все сделали, и здорово, и с настроением, так еще и соперники попадали. Ну, в общем, полный кайф. Хотя, конечно, наибольшее наслаждение — это когда соперник делает максимум своего, а ты его все-таки побеждаешь. Ну, иногда соперники падают. В общем-то, у Марии Мукортовой и Максима Транькова получилось практически продолжение той же темы, что у Брайана Жобера, но с совершенно другим оттенком. А в чем разница? В том, что он один, а их двое. И они демонстрируют на льду не тоску почему-либо, а наоборот,
удовольствие от того, что они есть друг у друга, и они могут друг на друга опереться и в сложную минуту, в минуту радости, какая у них сейчас на этом французском этапе серии Гран-при. Что может быть прекраснее, чем стать чемпионами в Париже? Вдобавок сейчас...